Да, дорога была долгая и трудная, но наконец-то мы сделали небольшой привал. Да, я согласна. И надеюсь, Никита жив. Где вы его видели? В общем, он не сильно был похож на Никиту. Он был красно-белым. А, понятно. Вот. Что с ним было? В общем, он превратился в какого-то монстра. У него были красно-белые руки. И он мог стрелять из двух рук, а не из одной своей металлической. Ой, ладно, надеюсь, мы его спасем. Да, но только надо добраться до Андреева родителей и там уже все решить. Ладно, давайте, поехали уже. Ну да. Дурацкие богоботы его ученые. Да, согласна. Надеюсь, с Настей все будет хорошо. Да, все нормально. Ладно, надо отправляться дальше. База строится идеально. Еще немного, и все будет доделано. Согласен, сэр. Я захвачу весь мир! Фух, а вот и приехали. Мой родной дом. О, вижу, у тебя тут красиво, Андрюша. Да, тут красиво. Ну что ж, Андрей, проводи нас, покажи своих родителей. Кстати, а как зовут твоих родителей? Да, папу зовут Паша, а маму зовут Оля. Классно, ладно, пошлите. О, вот и мой родной дом. Сколько лет, столько я всего тут пережил. Так, ну, в принципе, тут ничего не изменилось. Фух, надеюсь, папа дома. Так. Так, кто там? Пап, привет. Андрей, сына! Папа, я так скучал, я тоже. Сколько лет, сколько зим, наконец-то ты пришел. Да. Кстати, как у тебя дела? Да нормально. Стоп, а это кто? А, это мои друзья. Ладно, я сейчас все расскажу. Ладно, давайте, проходите все уже. Сейчас разберемся. Фух, пап, чай, конечно, у тебя, как всегда, очень вкусно получается. Как мы давно не виделись, кстати, как у тебя дела? Да, все нормально. Кстати, что там у тебя уже с ногами? Опять где-то упал или поранился? Помню, как ты в детстве падал. Да, не, просто кислота прожила ноги. Да, было такое уже у меня. О, кислота, откуда? Ты с кем-то дрался или что? Или у вас какие-то злодеи? Кстати, вы видели тех монстров, которые тут ходят? Белые такие, с чёр, с оранжевыми глазами такие. С когтями бывают. Да, мы их как раз таки 100 раз увидели, и мы хотим их победить. Мы знаем, кто их создал. Это наш злейший враг, с которым мы давно знакомы. Стоп, злейший враг? Мы можем с мамой вам помочь. Мы, походу, по делу приехали. Да, мы приехали по делу. Теперь наш сын тоже этот монстр из-за этого злодея. Да, кстати. Надеюсь, мы его вылечим скоро. Его зовут Никита, он давний друг Андрея. А, я его помню, Андрей мне про него рассказывал. Я вам очень сожалею. Но думаю, мы его спасем. Это обязательно. Ну, в общем, это Саламандра, это наш давний враг. Вот, пап. И мы его пытаемся уже долго-долго победить, но никак не получается. Вот так. Надеюсь, ты нам с мамой поможешь. Мы приехали как раз-таки по этому делу. Фух. Да, это очень тяжелый враг, у него есть робот большой и эти все А также есть ученый, который как раз таки и создал этих монстров и возродил Саламандру. Да, и мы его уже так пытаемся победить, но никак не можем. Да, понятно все. Но мы поможем обязательно, и мы победим зло. Спасибо, папа огромный. Кстати, а где мама? Я ее тоже хочу видеть, только давно мы с ней не виделись.
Как у нее, кстати, дела? Да, все нормально. Она сейчас на огороде. Скоро придет. А то уже ночь. Ой, на каком огороде в лесу? А, па, опять шутишь. Ладно. Понятно. Саламандра. Это ваш злодей, это его псевдоним. Какое его настоящее имя? В общем, его имя Василий. Ладно, потом разберемся. А пора теперь поесть. Держите. Спасибо, спасибо. На здоровье. Спасибо, спасибо. На здоровье, дети. Ну, я съем пончик. Так, ну все, вижу, все поели, можно собираться в зал, а потом и ложиться спать. Андрей, Федя, пошлите. Ладно, мы идем, мы поели. Ладно. Стоп. Стоп. Что это за звуки? Мама? Андрюша, сынок! Это ты? Мама! Сколько лет, сколько зим я тебя не видела, наконец-то ты приехал к нам. А кто это такие? Да это мои друзья, мы приехали по делу, сейчас все расскажу. Ладно. Ох, как же я скучала. Я тоже. Очень сильно. Ох, мужик, а время быстро летит. Мы уже вон старые родители, бати, своих сыновей. Да, согласен. А раньше бегали, галдели. Ой, ностальгия, я помню прошлое, да? Короче, знаешь что, ой, Никитка вообще в армии была. А потом, конечно, руку... А мой Андрюха зарабатывал зато хорошо. Да, твой батя Никитин батя конкретно сдружились уже. Да, согласен. Главное, им на глаза не попасть, а то будут еще вас спросить, что-то делать. Да, это я согласен. Да, и сейчас, в принципе, могу. Но зато за ними интересно наблюдать, как они общаются о прошлом и все такое. А мой сын на металлической руке 10 сделал отжиманий. А мой Андрей, знаешь что, можешь без всяких гаджетов и металлических рук сделать 10 отжиманий. Да, Андрей? Что, бать? Давай, иди сюда, покажи, как ты отжимаешься. Ой, ну ладно. Давай, давай. О, что-то интересное намечается. Надо посмотреть. Ой, так, раз, два, да, три, твой сын тоже молоток, четыре, хоть и стикман. Пять, да, и стикманы и люди, в принципе, шесть, нормальные. Да, я согласен. Ну, отжимать сам тоже неплохо. Да, твой сын тоже крепкий орешек. Да, Андрей и Никита давно знакомы. 10. Молодец, сынок. Ты точно настоящий мужик. Спасибо, батя. Ладно, иди отдыхай с Федей, а мы пока что поговорим со своим отцом. Да. Жалко, что Никита теперь какой-то монстр. Надеюсь, я его найду и вылечу. Я тебя сожалею, бро. Ну, мы точно его спасем. Все будет хорошо. Главное не расстраиваться и видеть. Да, круто ты отжимался, Андрюх. Не то слово, блин. Спасибо. Ладно. Как вы тут классно. О, кстати, а где Мария? Я ее уже потерял. Она на кухне, все нормально. Ладно, спасибо. Федя, Андрей, к делу. В общем, вы Саламандра создал этих монстров и можешь захватить весь мир. И вы его не можете победить. Мы вам поможем. Паша, надо рассказывать. Ну, ты уверен? Ладно. Дети, идите за нами. Мы вам расскажем секретную тайну. Ладно, мама. Ма, куда мы идем? Что за тайна? Мы идем туда, где я обучала своих учеников битве. А что за ученики? Может, я их знаю, ма, расскажи. В общем, Параноика Студиос, Хэнк Джей Уилбдон, Ред Враппер, Зомби-человек. И многие другие, их очень много, я не могу все рассказать. Нужно... Нельзя медлить, нужно быстрее идти. Потому что это тайна, я ее скрывала долго от тебя, сын. Ее надо открыть тебе, чтоб ты победил злодеев. Ладно, нельзя говорить, быстрее. Что это такое? Офигеть!